Это вы, мужчины, так рассуждаете. Сами-то, небось, себе позволяете. Позволения никто не дает. А только от мужчины в доме ничего не прибудет. А женщина, жена утлый сосуд. Я думаю, вы согласитесь, что женщина – это тоже человек. А? Имеет чувства, как и мужчина. Господа, я счастлив теперь. Видит Бог, как я люблю вас всех. Детонька моя, я тебя как зеницу ока буду беречь. Всю жизнь, пока сил хватит.